Ребята, хочу вам сказать насчет подтопления. Всем сочувствую. Держитесь, родные. Там говорят, что по 150 тысяч тенге там выделят вам. Но за 150 тысяч жизнь не вернешь, как говорится. Никаких денег не стоит жизнь. Ребяточки, держитесь, кто пострадал. Мне очень жаль. Знаю одно. Открыли просто шлюзы и выпустили воду. Об этом правительство умалчивает. И никто вам ничего не скажет, даже никто не знает, откуда вода появилась. Поэтому никто ничего не знает. Но я вам говорю, открыли шлюзы. Я вам говорю, пустили воду. Чтобы много кто пострадал, и это не просто так. Это не просто так, это чтобы поднять цены, опять же, чтобы люди пострадали немало. Никакой помощи можно не ожидать. Это очень страшно. Это очень тяжело. Ребятки, держитесь. Я одна тут ничего не сделаю. Никак. Мы выбирали сами себе президента. Как говорится. Ну... Как говорится, мы сами себе выбрали, сами себе греха набили. Держитесь, ребятки. Что я могу сказать? Всем кулаки держу. Чтобы не было пострадавших. Чтобы не было тяжело. Дай Бог, чтобы у всех было все хорошо.